какая лишу? В Миннеаполис, сэр. Мне водку или что там у вас? Сэр, простите, но мне запретили давать вам алкоголь. Кто запретил? Доктор, который принес вас на этот борт. Почему ты так со мной поступаешь? Потому что ты мой брат. Ты разбиваешь сердца нашим родителям. Правда в том, что я не должен быть здесь. Я не такой, как все эти люди. Мы все здесь равны и должны присматривать друг за другом. Я никогда не видел такой степени деградации у столь молодого человека. И если вы снова начнете употреблять, высока вероятность, что у вас случится сердечный приступ. Давайте пройдемся. Как дела? Иногда хорошо, а бывает хочется заползти в темную нору и умереть. Что ж, тогда ты в порядке. Как только ты поймешь, что нет никакого выбора, он появится. Я не наркоман. Я не наркоман. У тебя просто нет яиц, чтобы признать это. Пошел ты! Смотрю, в тебе еще есть жизнь. Значит, ты можешь победить. Я не могу. Нет, ты можешь. Не нужно проходить через это одному. Ты же знаешь, нас могут выгнать за это. Секунда свободы лучше, чем целая жизнь в рабстве. Мне так страшно. Я ухожу и знаю, что мне не стало лучше. Я пытался. У тебя есть два варианта. Ты можешь позволить себя убить, либо завязать и идти дальше. Примирись с собой. Ты достойный человек, Джеймс. Ты многое можешь дать людям. Миллион мелких осколков. Черт побери, что за отвратительное пойло. Рад быть полезным. В кино с 12 декабря.